Полина. Фамилия неизвестна, отчество тоже неизвестно. Кличка Доярочка. Пациентка была обнаружена в лесу в нескольких километрах от поселка Коренево Московской области. Находилась в невменяемом состоянии, повторяя: первая капля дает жизнь, вторая забирает. Себя называла Полина, однако вспомнить фамилию, отчество не может. Постоянно упоминает какого-то древнего демона Метрона, который, по ее словам, открыл охоту на всех ее друзей и родных. Учитывая состояние девушки, решено направить в психиатрическую больницу с диагнозом шизофрения. Предполагается применить для лечения электрошоковую терапию. Здравствуйте, Полина. Рад вас снова видеть. Не могли бы ли вы рассказать все-таки, что произошло 13 лет назад в поселке Коренево? Я уже поведала вам о том, что видела ранее. Если хотите узнать больше, то почитайте отчеты, сделанные полицией. Так, Полина, вы утверждаете, что всех друзей и знакомых ваших преследует некто Метрон? Да. Это был Метрон, демон ада, который пробудился после 3000 лет спячки. Он принял облик одного из моих одноклассников, чтобы влиться в доверие к людям. Некий демон. И что, вам удалось его победить? Да, при помощи кнопки, скрою высшего существа. Он сгорел в адском пламени. Прямо у меня на глазах. Полина, я понимаю, что вам трудно будет это осознать, но никакого Метрона не существует. По крайней мере, его не существует в нашей объективной реальности. Для вас, я подозреваю, он вполне реален, но вам также придется смириться с тем фактом, что тот человек, которого вы сожгли заживо, тоже был вполне реален. Это все неправда. Вы лжете. Итак, мы продолжаем наш стрим. Для новоприбывших напоминаю, что сегодня мы проходим Resident Evil 7, а также не забываем донатить. И да, на вопросы по Вахе отвечаю только за донат. 150 рублей вопрос. Ладно, давайте продолжим. Итак, наконец-то мы, походу, нашли этот чертов ключ и сможем смахаться из дома этой поехавшей семейки. Надеюсь, тот псих больше не поднимется. Эх, вспомнить бы еще, где находится эта дверь. Вроде как я пока что иду правильно. А, вот и дверь. Теперь мы, судя по всему, в прихожей или типа того. Телефон где-то звонит. Интересно, кто бы это мог быть? Короче, это какая-то бабень по имени Зой, которая хочет нам помочь. Хотя кто знает, что может быть у нее на уме на самом деле? Ладно, давайте поглядим, что здесь у нас на втором этаже. Нехилый, конечно, домик у этой семейки. Везет же всяким психам. Ух ты ж, блин, опять эта чертова бабка! Сраная телепортаторша, сейчас затыкаю! Что-то не получается ее ткнуть. Ну и ладно, зайдем-ка сюда. Опять какие-то коридоры. Так, это мега засранная ванная. Ух, что там за дерьмо? Оно еще и булькает. Наверняка сейчас какой-нибудь труп всплывет. А, нет, какая-то деталька. Что-нибудь тут еще есть интересного? Нет, походу нет.
Твою ж мать! Сука! Да как? Как, блин, он выжил? Он же себе мозги вышиб. Да ёж твою! Очень вовремя. Кто там еще? Я на пару минут отойду, тут пришел кто-то. Кто же это может быть? Кто там? Глазок ничего не видит. Походу, школьники хулиганят. Неужели мне придется и правда провести всю жизнь в этой психбольнице? Как мне доказать врачам, что я здорова, ни в чем не виновна? Но нет, нужно бежать отсюда. Сегодня должно кончиться мое заточение. Что? Как вы умудрились ее посеять? Куда она сбежала? Ищите, она не могла далеко уйти. Приснится же такое. Алло, я вас слушаю. Алло. Алло. Андрей, да? Я ж не ошибся номером. Я звоню по поводу вашей сестры. Полины, да? С ней что-то случилось? Дело в том, что она... Да, случилось. Она сбежала из нашей больницы этой ночью. Что? Куда она направилась? Ну, в том-то и дело, мы понятия не имеем, куда она могла сбежать. Скорее всего, она где-то в вашем городе сейчас.
знаете, если она попытается выйти на связь, сообщите нам, если это будет возможно, конечно. Я офицер полиции, поэтому сразу займусь ее поиском. Хорошо, да. Но помните, что она представляет опасность для окружающих и прежде всего для самой себя. Поэтому лучше все-таки доверить это, я думаю, квалифицированным специалистам. Она, конечно, сумасшедшая, но уж точно не маньячка. Ну, я думаю, лишняя осторожность не помешает, потому что мы, если честно, ничего не знаем наверняка в ее случае. Да, конечно, я перезвоню, если будут какие-то новости по ее поводу. Мы сейчас прочесываем территорию. Да. Здесь определенно лучше, чем торчать на этой дурацкой учебе. Прогуляю-ка я здесь пару пар. Еще 3 часа где-то ходить. Надо как-то скоротать время. Что это? Иду. Черт возьми, это он! Он здесь! Так, надо всех предупредить! Алло, Диман? Он тут! Да что значит, кто он-то? Он! Я тебе о нем рассказывал уже! Алло? Паша, он тут! Он пришел за мной! Не, я не наркоман! Он реально здесь! Он пришел за мной! Я тебе о нем рассказывал! Алло! Алло, Кирилл? Он здесь? Ты что, пьяный что ли? Не, не надо сюда приезжать, не надо! Трезвей дома лучше, мне второго такого не надо. Да останься ты дома. Не приезжай, не надо, нет. Черт. Ладно, придется справляться самому. Если ты думаешь, что я не вооружен, то
ты сильно ошибаешься. Ну что чудило внеземное? Иди сюда. Давай драться. Черт, где я? Полина, я тебя долго ждал. О нет, этого не может быть. Здесь. Не нравятся мне эти звуки. Что это за существо? Куда оно подевалось?
еще одного Андрея, двоюродного брата Полины. Да что ж такое, не дозвонишься? Да что ж такое, не дозвонишься? Ой, что там за... записка? Ты умрешь 18:30. Метрон. Заебали эти школьники. Как же они уже надоели. Черт, Эдгар Аллан По шикарен. В эфире Радио Маньяк. С вами Вартан Вартанов. Здравствуйте. Меня зовут Вартан Вартанов. И я являюсь главным сексологом Ереванской клинической больницы. И сегодня тема нашей сегодняшней программы — чего же хочет женщина? Ну, в первую очередь хочется отметить то, что ответ необычайно прост. Любая нормальная женщина по достижении определенного возраста хочет секса. И это абсолютно нормально. Но только она очень стесняется сказать об этом. Но она хочет секса. Повторюсь, это применимо не ко всем лишь женщинам, но не только лишь ко всем, но не совсем ко всем, а это применимо. Ну что же, почему же женщина хочет секса? Ответ на этот вопрос мучает меня всю жизнь. И думаю, если у вас есть женщина, которую вы любите и которая любит вас, а если вы друг друга любите, то это означает, что вы хотите секса. Потому что большего приближения, чем проникновение друг в друга, вы не испытаете. Таким образом, чего хочет женщина? Женщина хочет секса. И это однозначный вывод. Но не только лишь каждая женщина. Большое спасибо за внимание. До новых встреч. Алло. Привет, Андрей. Ты узнаешь меня? Нет. Кто вы? Я тот, чье имя боятся называть простые смертные. Что вам от меня нужно? Это же вы подложили мне эту дурацкую записку, верно? Твоя сестра находится у меня. Что ты с ней сделал? Скажем так. Оказал ей бесплатные стоматологические услуги, от которых она подохла. Ах ты сволочь! Это тебе не сойдет с рук, нет. Не сердись на меня, Андрюша. Эта девка доставила мне массу неприятностей коренем 13 лет назад. Но я-то тебе зачем нужен? Ответь мне на вопрос. Какая твоя любимая хоррор-игра? Копатель онлайн. Идиот, это же не хоррор-игра. Мама мне запрещает играть в страшные игры. Ничего поделать не могу. Тебе же уже 30 лет, придурок. Ну ладно, ответь мне на вопрос. Он связан с твоей работой. В правоохранительных органах.
каких случаях применяется 228 статья УК РФ? Вы имеете в виду ношение шапочек 228, да? Я правильно понял вас? Все понятно. Жертва переаттестации. Еще увидимся. Ха-ха-ха-ха. Алло. Как же сражают, а? Надо сходить поссать. Что происходит? Ой, походу надо выйти на улицу, освежиться.
соединила. Несколько точек. Все эти убийства. В поселке. Если их соединить, получится пентаграмма. Знаете? Я так и знал, что здесь замешана нечистая сила. Нужно проверить камеру с записи видеонаблюдения. Срочно. Ты же мертва. Андрей, ты и твой город в большой опасности. Что с монитором? Те сны, которые тебе снятся, скоро сбудутся. Ты должен остановить Метрона, пока не поздно. А как я его остановлю? Ты должен попытаться выйти в астрал, победить Метрона в его мире. Звучит слишком просто. Thank you.
Боже мой, что это за хуйня? Нет, чувак, у меня сегодня никак с тобой не получится встретиться. Давай уже завтра, хорошо? Ну все, давай, пока. Фух, какой же я сегодня уставший. Чем бы мне заняться? Что это был за шум? По-моему, он доносился из-за этой двери. Нужно пойти проверить, что это было. Эй, кто здесь? О, Господи! Так, надо как-то скрыть от начальства свою неудачу. Как это сделать? Кажется, у меня есть одна идея. Ну что ж, у меня нет другого выбора. Придется действовать. Правда, я не знаю, как входить в астрал. Может просто заснуть? Хотя бы пытаться? Надеюсь, это поможет.
этим метроном все покончено. Итак, пациентка Полина, если это, конечно, ваше настоящее имя, объясните мне, зачем вы лежите здесь? Он принял облик одного из моих одноклассников, чтобы втереться в доверие к людям. Да, при помощи кнопки с кровью высшего существа он сгорел в адском пламени, прямо у меня на глазах. Thank you.
видишь, умный такой, как собака. Давай, дай ему, знаешь, что ему дадут. Ты смотри, Леонид, убежал. Убежал. Конечно, будем одни.